Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК хотел бы вам показать очень крутое и очень упопительное видео. Но у меня есть одна к вам небольшая просьба. Пожалуйста, кому не сложно, поставьте большой и жирный палец вверх. Надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на ваше понимание. И, ребята, если вы все это сделаете, то я обязательно сниму еще одно видео про новый баг в игре Black Strike. Ну что ж, а суть нашего бага сегодня крайне проста. Чтобы его, ребят, воплотить в реальность, вам необходимо зайти на карту Battle Force в режим зомби-выживания. Дальше мы поднимаемся вот сюда, на вот эту вот возвышенность. И далее просто повторяем за мной. Вот сюда на краешек становимся и начинаем бежать, и у нас, возможно, все выйдет. Но все-таки, чтобы этот баг вышел, вам, ребят, необходимо немного практики. И спустя пару попыток у нас все получилось. В принципе, ребята, этот баг, ну, довольно-таки легкий. Самое главное в этом деле практика. То есть пару раз сюда попадете, и уже дальше будет вообще изи-бризи. Так что, кому понравился этот баг, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, потому что этот баг очень полезный, при помощи него можно прятаться от зомби и так далее. Так что не ленитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите хорошие комментарии и нажимайте на колокольчик. А с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока!